Чтобы вы понимали, сейчас 2:15. И у меня просто чуйка на то, что произойдет слив трейлера GTA 6. Я думал подстримить сегодня днем, но поскольку трейлер вышел сейчас, мы его таким образом посмотрим. Короче, погнали, я офигел от того, что выложили именно сейчас. Мне на самом деле капец как повезло, что я не спал. Короче, го глянем и посмотрим на GTA 6. Есть что, впервые сейчас его смотрю при вас, поэтому погнали. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Честно говоря, даже не особо верится, что это пререндер. Wow. Wow. Я не верю, что это пререндер. Ну, я не верю, что это реальный графон. Well, look who's back. The only way это выглядит как пререндер. Is by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Двадцать пятый год. Конечно, не показали, на какие платформы выйдет, но понятно, что Xbox Series и этот самый PlayStation 5, но выйдет ли на ПК? Ну-ка посмотрим. Нет, ничего не видно, но я, честно говоря, не особо верю, что это real-life графон. Конечно, некоторые моменты да, но просто... Lucia. Не знаю, лично меня прям удивляет. Ну-ка, чё? Кстати, заполнить с мира она просто будет обалденная. Вот просто посмотреть на этот кадр. Сколько всякие вот эти травинки и так далее, и это удивительно. Ну-ка. Город. Воу, смотрите, какой накачанный мужчина, а. Не, если это такое будет реально, то посмотрите, насколько все заполнено. Кто-то твердит, кто-то снимает, кто-то лежит. И кто-то обмазывает кого-то маслом. Даже мини-собачка есть. Камон, офигеть. Ну-ка. Блин, на самом деле очень хочется рассматривать каждый кадр. Мне, кстати, очень нравится еще здесь физика и волос. Вот, то есть они прям классно сделали. Сколько здесь всего объектов! Вы просто посмотрите на эту самую физику жопы. Вот сюда. Очень красиво. Вы просто посмотрите на то, как они заморочились с волосами. Может быть, конечно, я сейчас про сотни и не помню игр, где такое было, но это выглядит реалистично. Или когда он крокодила ловит. Вы просто даже посмотрите, вот это, кстати, очень сильно напоминает RDR, но как будто еще круче. То есть я вот, знаете, я смотрю сейчас вот на эту картинку, и у меня такое ощущение, как будто пререндер. То есть я не верю, что это реально движок игры. Well, то есть как бы, я понимаю, что это игра, но выглядит очень, очень круто. We're gonna get through this.
is by sticking together. Вот, кстати, я так понимаю, это все-таки новый персонаж, вот, который был за рулем. Вот это новый персонаж. Да, вот это вот новый персонаж. И это новый персонаж. Раньше есть что ходили, по-моему, слухи о том, что это будет брат с сестрой, но, видимо, это будет пара. Вот, вот, вот они как раз-таки. Не знаю, это реально шикарно выглядит. Trust. Trust. Ну, вот они. Вот, вот здесь, кстати, видно, что движения какие-то такие, как сказать, прикованные, что ли, но... Я, знаете, я не зря не сплю этой ночью, на самом деле, что посреди первых посмотрел данный ролик, и это просто потрясающе. Главное дожить до 25-го года, и это шикарно. Я не знаю, как вам понравилось или нет, но напишите в комментариях, как вам графон GTA-шки 5. GTA-шки 5, GTA 6. Я очень надеюсь, что вам тоже понравилось так же, как и мне. Вот, и будем ждать, чтобы все в трейлере было в реальной игре. Теперь спокойной ночи, ребятки. Я пойду спать, потому что так я просто не высплюсь. Пока-пока.